Привет, друзья! Украинская армия впервые задействовала в Курской области России танки М1А1 «Абрамс» американского производства. На видео показан М1 «Абрамс» и БМП М2А2 «Брэдли» 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Селена Боевановка Суджанского района Курской области. С кем ведется бой, из видео не ясно. Техническая информация о технике есть на канале. Тем временем командир отделения 21-й ОМБР Украины Александр Тимощук сообщил о ситуации в Курской области. С его слов, заходило в Курскую область 350 украинских солдат. Вышло из Курской области 40 человек. Сейчас осталось 15 солдат. Интервью опубликовано в Телеграм. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.